Давайте представим такую ситуацию, что я иду по рельсам, тут рельсы, это вот луна, пушка, вот эта луна. Ну, две луны в этом состоянии, это будет очень хорошо. Я иду по рельсам, уставшая, оскорбленная, вот, пару раз униженная. Вот. Ну, как говорится, лучше так, чем никак, знаешь. Но гордая такая, иду, знаешь. Гордая птица, знаешь, птица гордая, птица, это самое, как там, плачилось. И вот я иду по рельсам, что я объясняю профессионалам, понимаете, рельсы, да, ночь. Вы мне, пожалуйста, похлопайте, остальное в образ прошлых лет. Thank you! Ой, это пиво со сметаной, ой. Так понапиваться, чтобы забыть потанцевать. Ой, голова раскалывается. Лида. Инда. А ну глянь, я хоть в юбке. Спасибо. Та не мама, не баралгина. Ой, так голова раскалывается. Что ты вчера вытворяла с этими армянами? Боже, Лида, это ужас. Тебе тоже плохо? Дорвалась до бесплатного. Сколько раз рассказывают, что ни одна интеллигентная женщина не может справлять день рождения с 12 на 31 в ночь, Лида. Так плохо, что это вообще? Вся в мазуте. Ой. Господи. Прими за лекарство. Как в сухую землю. Пошла вода в хату. О! Мама ожила. Лида, Лида, подарочек, смотри. Подарочек твой. Что это? Ну думай, думай, ты можешь. Вот село не асфальтированное, показываю. Ну массажер, тысячу пальцев, что ты не знаешь? Массажер. Ты знаешь, штука великолепная. Я тебе говорю, знаешь, зачем нам мужики? Я так себе бываю, тихонько стану за вагоном, знаешь? Конечно, руки устают, а что делать? Сейчас нема нормальных мужиков, сейчас только одно БУ. Я, ты знаешь, думаю, ну сколько я буду ходить холостая, одинокая в спортивном костюме. Ну, я пошла, это самое, купила себе газету «Знакомство», слушай. Я купила «Знакомство», думаю, а я простужена, девочки, простужена, знаешь. Думаю, сейчас выпью чуть-чуть своих антибиотиков, вот. Я сама гоню, вот. Слушай же, села, значит, взяла что-то самое, положила газету, суперинтим, знакомство. Лежу, включила телевизор, клацаю канал, не Акай, Акай. Клацаю каналы, значит, дин-дин-дин, у меня же дистанционка, клацаю каналы по телевизору, девочки, одно и то же, это бандиты, это менты, жменты, понимаешь, это везде, что не включу, ты. Не, ну, если, ну, задрал, и так денег нема, но светит на всю хату. Я клацаю, о, слабое звено, думаю, о, сейчас я загадки подгадываю, знаешь. Сижу, думаю, господи, думаю, ну где они взяли эту ведущую? Не, ну серьезно, знаешь, она неплохая, знаешь, и прическа там, и очки, все, понимаешь? Ну, я думаю, ну как с цепи сорвалась? Не, ну серьезно. Не, ну до ней приезжают крестьяне, понимаешь, поиграть вот это в загадки в эти, ну а кто туда еще напишет, понимаешь? Мало того, что ты, бабы там готовятся, прически на голове делают, ты понимаешь, мужики тоже хорошо же, дети, такие, значит, свитерок бой, белые носочки, знаешь, вот. Ну, там же в тундре все родственники смотрят, же, ты понимаешь? Мало того, что они стоят с этими табличками, как поджигатели, ты понимаешь? Не, ну что они так, как без бретелек, поджигатели стоят. И это, и она, знаешь, я девочка-фюрер, ты понимаешь? Я говорю, если бы я участвовал в этом слабом звене, я, мало того, что там бы была бы драка, понимаешь? Это стопудов, там была бы драка сразу, понимаешь? Но если бы мне спросили, Вера Сердючка, как тебя зовут? Банк, понимаешь, банк просто.
И я, значит, я смотрю, значит, мне там все скукошились, ты понимаешь? И она: кто у нас тут последний дурачок? А ну пошел вон отсюда! Вон пошел! Вон стоит где! Пошел вон! Девочки, я говорю, да заведишь ты себе мужика, слушай. Ну зачем же свои проблемы показывать на весь экран, знаешь? А я сейчас, ты понимаешь, слышишь, а я сейчас, знаешь, сделала волумы 44, волумы. На дистанционка, знаешь, слышишь, по батарее мне бах-бах, пошли вон, выключила, психанула, слышишь. Знаешь, взяла же газету, открыла, смотрю, там три колонки, такие, не такие, совсем не такие, знаешь. Не, ну я стою, это как вот, знаешь, Алёша Попович, знаешь, вот это возле камешка вот это, знаешь, туда пойдешь, получишь, туда пойдешь, дадут, и там еще тоже не уйдешь, понимаешь? И я туда-сюда думаю, знаешь, возьму первую колонку, знаешь, думаю, первая колонка, первое место, созвонилась, договорилась, голос был не очень противный, говорит, зовут меня Витя, я говорю, хорошо, я Вера Ока, все, договорились, я говорю, давайте встретимся возле Макдональдса, давайте. Думаю, знаешь, может, поведет, знаешь, сразу. Заразом и салфетки возьму, слушай же. А что, мы даже с Гирей никогда мыло не покупаем. Заходим в Макдональдс, рассказываешь, 200-граммовая баночка. Ну, под майонез, обычная баночка. Заходим в Макдональдс, знаешь, сейчас мы закажем, знаешь. Подходим, значит, в келью для девочек, знаешь, да? Еле на дверях, это ни один ОМОН не зайдет, слушай. И я возле дозатора. И всегда и мылка свое, и шампунька, и пена для ванн. Но не в этом дело. Макдональдс не обеднеет. Слушай, я все собралась, челку Карлсон начесала, одела свою ангорку с Микки Маусом и тигровые лосины. Стою же его жду, знаешь, строю себя с принцессу, знаешь. Люби меня по-французски. Зачем топтать мою любовь? Нема никого, как дура, 45 минут, девочки. Случайно просто опускаю взгляд, стоит метр шапкой в прыжке. Не, ну серьезно, метр шапкой в прыжке. Я стою просто по колено в шоке, я говорю, шо це? Я говорю, девочки, шо це? Кому це? Куда це? Не, ну серьезно. Не, ну, не, я не в том дело. Я не имею претензий к природе, понимаешь? Я к себе Гулливера не ждала, понимаешь? Ну, это же вообще, ну, даже не в пуп дышит, ну, клянусь, ну, да ты что, ну. Я, знаешь, своим золотым копытом так тюк, знаешь, пошел вон, знаешь, золотая антилопа, слушай сюда. Я быстро третью колонку совсем не такие, созвонилась, договорилась. Тоже голос был не очень противный. Говорю, меня зовут Антон, я говорю, это ваши проблемы, я говорю. Я говорю, Антоша, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я поэт-мазохист. Я говорю, о, прекрасно, я тоже люблю, я тоже там и в детстве, там макраме тоже вязала. Я говорю, давайте встречаться. Вот слово знакомое, ты понимаешь, я не могу вспомнить, что за слово. Я думаю, знаешь, ну думаю, подожди. Я захожу в кладовые своей памяти. Кладовые после дня рождения пустые, ты понимаешь? Я думаю, мавжи, мазохист, оптимист, филателист, думаю, может, там марки собира, знаешь. Ну, я тоже собирала календарики котов сиамских и переводки на холодильник, не том дело. Я думаю, ради бога, я же собрала, щелку Карлсона чесала тоже. Челка получилась такая, знаешь, взрослая челка, все. Две бутылки лака, слушай. Оно голову тянет, да. А я же на ветер не рассчитывал, ты понимаешь? Я когда спустилась по Чапаеву-то вниз, по Королипник-то, на Королипник, я думала, укачаю, серьезно. Слушай, я делала такую ангорку розовую, это самое, с Томми Джерри, красиво. Сзади мишки гами, все. А делала такую, знаешь, гипюровую юбку, ну красиво, понимаешь? Лариска с Турции привезла, прекрасно, юбка, поддела спортивные. Ой, кто меня там ночью видит, я тебя умоляю. Здоровье важнее, знаешь. А мы договорились возле речки, возле Днепра. Слушай, я ж быстро нафуфырилась, чуть-чуть Красной Москвы, чуть-чуть Чехиризады, знаешь. Туда-сюда, знаешь, привет-привет, пока-пока, знаешь, пришла. Было без 5:12. Брешу, без 3:12, потому что гимн еще не играл. Да, слушай, ты пришел, девочки, стоит рост, слушай, жила, просто жила, понимаешь, стоит. Я ж себя строю, знаешь, недотрога, недотрога, все меня дразнили в детстве, знаешь.
Вот, а он стоит так возле вечного огня, знаешь, ну такой. Я думаю, уже я в него первая, знаешь, может, у него комплекс какой-то. Я так, знаешь, стою, значит, на него смотрю, я говорю, не вешай нос, горди Марины. Мой старый дом, Ланфрен, Ланфран, Лубка. Ну, знаешь, думаю, подбодрю, знаешь, это чуть-чуть. Конечно, не мой фасад. Не мой фасад, конечно. Но на безрыбье Кинг-Конг холсу, понимаешь? Я думаю, я ж туда думаю, знаешь, я немножко его раскомплексую. Туда. На теплоходе музыка играет. А оно, девочка, ну и как парализованно стоит. Я думаю, знаешь, пошел вон, думаю, знаешь, не мечи, знаешь, бисер перед свиньями, знаешь. Я стою, что-то про свое думаю, знаешь, это челка, да, ветру, ты понимаешь? Оно задралось, серьезно, я пожалела, что сделать. Я что-то про свое думаю, про консервацию, у меня сейчас огороды, понимаешь. И оно мне говорит, девочки, я же не знала, у него проблема с речью, ты понимаешь? Ну, с речью, плохо буквы выговариваю. И я стою без задней же мысли, расслабленно, оно мне говорит. Мина! Что ты тут стоишь? О. Ты что ты тут стоишь? Вот тебе, может, тебе стихи почитать? Боже, думаю, такого еще не было, клянусь, слышишь? Да, А я тебя поняла, я, знаешь, как переклинула, я говорю, ну давай ты с чего-то начинать, ты понимаешь? Девочки, это шифровка, просто, девочки, одни согласные, понимаешь, одни согласные. Если, блин, прочитаю эти стихи в ЦРУ, ЦРУ закрыла за профнепригодность, я тебе серьезно. Я что, знаешь, ну я говорю, ну давайте, начнем стихи читать. Антимон! Думаю, наш видно название, знаешь, ну не может быть такие коротенькие стихотворения, ну правильно? Антимон! Я поняла, давайте дальше. Говорю, это Антоша, давайте дальше. Антистан не ходила, кто-то, и никто не знает. О, думаю. Слушай, думаю, я думаю, вздремну. Знаешь, я после ночной, знаешь, целый день на этих спичечках, на этих ножечках скачешь, понимаешь? Вот. Вообще после вчерашнего, ты понимаешь, голова раскалывается, ни баралгина, ни аналгина нет, ни спазмалгина. Думаю, вздремну. А у меня ж ногти на жвачках. Ларивки взяла, слышишь? И ресницы мальвинка. Ну, я так, знаешь, ручки сложила их тиандриком. Думаю, вздремну. Все равно у человека своя волна, 107 FM, у него там... Оно смеется, само читает стихи, смеется. Видно, стихи юмористические, понимаешь? Там видно им... Я так, значит, ручки сложила, все. Девочки, никогда не храпела, ты понимаешь? Никогда не. Тут захрапела. Оно мне будет, я ничего не могу понять. Вера, сделай мне больно, Вера. Я ничего не могу понять. Вот это, как назло, вот это, эти ногти подклеилось. Я сижу в жвачке, вот, ты понимаешь? Ресницы поприклеилось к бровям. Я не могу ни моргнуть, ни выдохнуть, ты понимаешь? Вера, сделай мне больно. Я говорю, тихо, Антоша, фу, Антоша, тихонько. Вера. Как меня взял страх, девочки, слушай. Ты что? Сейчас такая жизнь опасна. Как посмотришь на НТВ, ШМНТВ, так жить не хочется. Думаю, уже нарвалась на какого-то больного, понимаешь? А что, я уже паспорт смотрела. Вдруг там у него фамилия какая-нибудь, щекотила какая-нибудь. Да что, знаешь, я сижу, слезы душат. Не пожила, девочки, не пожила, ты понимаешь? Думаю, сейчас что-нибудь достанется со своей барсетки, тюкнет по голове, знаешь? Ноги отдельно, руки отдельно, в целлофановый пакет и в круиз по Днепру бесплатный. Слезы душат. Дом не построила. Дерево не посадила. Шапку свою, норочку, обманку. С джинсовыми вставками не понастыла. Всю зиму боялась ее одеть, думала, наркоманы в подъезде снимут. Так я всю зиму проходила в этой паутинке страхолюдной рыжей. Слезы душат, не. Слезы душат, а ну, кричи, сделай мне больно. Я не люблю, когда меня долго просят. Сделала. Завтра иду по повестке.
А его положили, нет, первый в областной положили в палате, слушай же, положили, я думаю, наш надо проведать. У него хорошая палата с видиком, ну видеоплеер, видеоплеер. Я думаю, наш пойду проведу, сама сделала, сама проведаю. Взяла там пару помидорчиков, огурчиков, знаешь, это самое. Галину Бланку наколотила, 200 граммов баночку. Майонез, взяла 2 тюльпана. Думала, знаешь, посмешу, взяла кассету Джеки Чан, слушай, кровавый дракон, слушай, и брат 2, взяла кассету ему. Взяла Новый Союз, 28, слушай. Шуруй кассету взяла 2, слушай. Пошла, да, взяла тюльпаны, все, тормозок, я же захожу, знаешь, а он в палате девочки лежит, вот так весь перебинтованный. Что я ему сделаю, я не знаю. Вот так только глаза и рот, и лежит, вот так, там. Я ж тоже придурок жизни, знаешь, купила возле цирка ушки. И носик вот этот, ну идиотский кусок, понимаешь? Думала, знаешь, посмешу, подбодрю. Захожу 2 тюльпана, тормозок, я говорю, привет, смертники! Ну, вообще не смешно получилось, она опять ляпнула, как дура. А оно так лежит, на меня взгляд навело. Не-не-не-не-не! Узнав. Я пошла, слушай, расстроена, пошла, съели в ночной клуб. Думаю, сейчас, значит, чуть расслаблюсь. А я люблю в центре танцевать, понимаешь? Одела розовое платье. Стой, я Шагилька была на выпускном. Выпускник 61. С козозвоночком, как идиотка. И я, знаешь, танцую, знаешь, думаю, забуду чуть-чуть. Танцую, люблю танцевать очень. Я люблю танцевать. Она, знаешь, все цепляются ко мне. Ну, знаешь, трудно быть красивой женщиной, а она все цепляется. Не, ну серьезно, знаешь, а там же или наркоман, или колется, понимаешь? И стоит он в 3 погибели, вот это, знаешь, в спортивных штанах, значит, в пиджаковой шапке. И я ж танцую, значит, а я ж танцую хорошо, а видно, ветер идет, она же его хитая, понимаешь? И я, значит, ни-на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 
Слышишь? Я говорю, ты на себя в зеркало смотрел, я говорю. Он говорит, там три волосины танцуют брейк на ветру, понимаешь? Я, ну, малыш, ты меня волнуешь. Иди отсюда, иди домой, я говорю, домой пошел, знаешь? Мина-на, давай выпьем шампанское, за все плачу, знаешь? Все, зачем платить больше? Пошел вон, я говорю, отсюда. Быстренько, говорю, пошел. Давай, ты на сюда, выпьем шампанское. Иди сюда. Говорю, ближе, я говорю. Я говорю, ближе, бандерлоги, я говорю, ближе. Ты хочешь выпить? На. Я говорю, сейчас я с тобой выпью. Ну, если ты не хочешь на меня обижаться завтра утром, не нужно пить со мной вечером. Данкешайн.